самом деле, да, в лиге мы все соперники, но здесь как бы очень дружный коллектив, потому что все так выстроено, что все с друг другом контактируют и как бы трепетно друг к другу относятся. Все на позитиве, все как бы поддерживают друг друга. Это очень создает крутую атмосферу, поэтому я думаю, что с этим проблем тут нету и очень все как бы круто. Какая-то подготовка к будущим играм, то есть просто ищем свою химию, вот. Ну и в целом, как бы прошло уже 2 недели с конца сезона, и там многие отдыхали вот это время, и на самом деле, ну, неплохо просто потренироваться, вернуться в форму, поработать над своими слабостями. У нас по 2 тренировки в день, там утренняя, где-то индивидуалка, где-то тактика, вот, вечерняя играем. Сюда приходишь, на самом деле, развиваться индивидуально больше. Как бы ты приходишь в новую систему, не та, которая была в клубе. И на самом деле, мне очень нравится здесь, потому что ты работаешь над теми вещами, над которыми, ну, стоит поработать летом, и это можно сделать, то есть, в зале, в хороших условиях. И при этом у нас тут запланировано 2 игры товарищеские, поэтому я думаю, что этот сбор очень будет полезен. Я думаю, что это очень хорошая возможность показать себя и показать, как команда нас, поэтому игры покажут, и мы работаем, стараемся.